предки, как и многие, участвовали в Великой Отечественной войне. И каждый по-своему внес свой вклад в победу над врагом. Они не щадили себя, работая в тылу и героически сражаясь на фронте. Их расстреливали фашисты в Белоруссии. Они погибали, защищая Украину, освобождали от немецких захватчиков Польшу. В связи с этим война у меня ассоциируется с огромным горем, жестокостью и человеческими страданиями. А День Победы с патриотизмом, смелостью и силой воли, самопожертвованием и торжеством справедливости. Наша победа – большой урок для всех в мире. Ведь Россия – могучая и непобедимая страна, а у фашизма нету будущего.